Всем доброго времени суток, с вами канал Beautiful Lady, и сегодня я хочу вам привести обзор на коллекцию от Panini 2009 года, выпуска «Милые песики». Альбом я покупала в глубоком детстве, поэтому он очень потрёпанный, и состояние у него не отличное далеко. Стоил он тогда 25 рублей. Я сразу извиняюсь за качество съемки, так как я вынуждена просто снимать не на фотоаппарат, к сожалению. Итак, коротко о коллекции. «Милые песики» — оригинальная коллекция наклеек под торговой маркой Ханадека, который принадлежит фотографу Йонио Морита. Он впервые придумал фотографировать себя специальным... специальным объективом Fisheye, который делает милые носики преувеличенно большими. Авторскую идею отражает само название марки Ханадека. Это остроумный вариант японского «большой нос». Симпатичные, забавные пушистики ждут своих хозяев на страницах нового альбома для наклеек «Милые песики» от компании Panini. В коллекции всего 216 наклеек. Есть наклейки на тканевой и ПВХ основе. В продаже был 2009 года с 14 сентября. Информация взята с сайта Elastiker. Наклейки мягкие, пушистые такие. Затем такие вот ПВХ основа. Погладь мне, пожалуйста, это, в общем, да. Сразу хочу отметить минусы альбома. Совершенно не прописано, какие породы собак. То есть аспект изучению совсем не уделяется. А в остальном, в принципе, альбом очень даже хороший. Один из любимых был когда-то, но сейчас, увы, я перестала заниматься коллекционированием стикеров и вообще карточек. Я сейчас коллекционирую только лошадей. Прейер. Даже шлейх уже не собираю. Здесь вот тут такие вот забавное такое поле. Так, вот это у нас середина. Сибайну. Ой, какая Сибайну. А хотя вроде бы Сибайну. Блин, не помню. Вроде Хатика. Блин, вообще не помню, что за порода-то. Или Сибайну. Блин, извиняюсь, не помню. Правда, сейчас просто уже позднее время такое. У меня мозг почти не работает. Вот видите, как... А, вот этот последний стикер был. Я помню его. Так долго его. Я года два, наверное, его искала. Это вот как один считался. А, вот, порода в конце. Так, может, нет, вот бернский зенитхунд. Мне, кстати, вот такая вот уже старенькая очень игрушка, но она мне очень нравится. Зовут Джена, если что. Она у меня с самого детства, я просто с ней не могу никак расстаться. И завершает наш альбом Сэм, как и в начале. И вот здесь вот у меня в середине вот это вот чуть-чуть оборвалось, уже не держится от времени вот этот классный. Вот здесь такой золотистый ретривер, просто мимишный. Поле. Ну и вот. И здесь еще прилагается плакат. Остренный вот такой вот, смотрите, милые песики. Немец, бернский, зенинхут, карликовый пинчер, вот вижу. Золотистый ретривер, бойцовский. Затем вот же
хатика, буду вот так называть. Блин, остальных, может быть, и знаю, но вот сейчас прям вот расскажу. И вот такая вот. Вначале был был стикер такой. Наклейки, большая кость, правила игры. Ну вот. Эти все стикеры достаточно редкие были в свое время. Их примерная стоимость составляет 50 рублей за стикер. И вот такая вот завершающая часть. Обложка. Я извиняюсь, что без сопровождения, без всякого, без музыки. Просто у меня, когда я не на фотоаппарат снимаю, у меня монтирование почему-то невозможно. Поэтому заранее прошу прощения у вас. Как я уже ранее говорила, сейчас я альбомы не собираю. Новых имею в виду. То есть там такие, как коллекция «Красавица и чудовище» и так далее. Очень много альбомов у меня сейчас на продаже. Очень много. Ранее были «Винксы», но «Винксы» уже, я не знаю, кто знает, но уже они проданы у меня все коллекции «Винкс». Остались вот «Животные», «Милые зверьки», одна коллекция про лошадей на французском языке. Затем, ну, «Лошади на свободе», если кто знает. Затем, по-моему, «Зверополис», «Король лев 1-2», второй на югославском, первый на английском. В общем, у меня очень много есть еще на продаже осталось, но и не на продажу. Поэтому, если вас интересует такая рубрика на моем канале, прошу написать в комментарии, снимает ли мне или вам вообще это неинтересно, помимо конной тематики. Ну, всем спасибо за просмотр, с вами была Beautiful Lady. Всем удачи, успехов во всех начинаниях и делах. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, комментируйте. Буду очень благодарна за это. Всем пока!